20 ноября в единый день голосования в сельских поселениях Заинского муниципального района пройдет референдум. Жители сел и деревень проголосуют за сбор средств для благоустройства своих поселений. Каждому собранному сельчанами рублю республика добавляет еще 4. Референдум проходит не первый год. Новые дороги, освещение и благоустройство жители видят, на что идут их деньги. В этот день 20 числа с 7 до 8 будут работать 44 избирательных участка. Это такие же выборы, где население будет приходить брать бюллетени и голосовать за то, что они определили, какие виды работ будут делаться у них в течение года в их сельских поселениях. Я надеюсь, что наше население сельское, они активные, все примут участие, сделают правильный выбор. 20 ноября во всех 22 сельских поселениях района в этот день будут работать избирательные участки. Для тех, кто не сможет в этот день прийти туда, можно отдать свой голос досрочно. Для тех, кто работает и в этот день им неудобно будет прийти на избирательные участки, открывается досрочное голосование 16 числа по 19 включительно. В каждом сельском поселении, каждый избирательный участок будут дежурить члены участковой избирательной комиссии по графику, и люди могут прийти досрочно проголосовать. Предварительно планируется собрать 300 рублей с каждого жителя. С учетом добавки от республики сумма получается приличная. На какие задачи в первую очередь будут направлены средства, жители каждого поселения решают сами.